Совет директоров компании рассмотрел предварительные итоги работы группы «Лукойл» в первом полугодии 2015 года, ход выполнения бюджета и инвестиционной программы. В результате проведенных компанией геологоразведочных работ был получен прирост извлекаемых запасов углеводородов в объеме более 11 миллионов тонн условного топлива, что на 62% превысило показатель первого полугодия 2014 года. Открыто 5 месторождений и 10 залежей углеводородов. Добыча возросла почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 430 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. При этом коэффициент утилизации попутного нефтяного газа превысил уровень в 91%. Общая сумма налоговых платежей и таможенных пошлин в бюджет Российской Федерации составила 458 миллиардов рублей. По традиции, по окончании заседания Совета директоров состоялась церемония вручения государственных, ведомственных и корпоративных наград сотрудникам «Лукойла», приуроченная к профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В числе награжденных – руководители дочерних предприятий и центрального аппарата компании, инженерно-технические работники и представители рабочих специальностей. Государственные награды были вручены 6 работникам компании. Ордена Дружбы удостоена вице-президент и главный бухгалтер «Лукойла» Любовь Николаевна Хоба. Уважаемый Вагит Сувч, большое спасибо за высокий труд экономической службы в моем лице. Служу России и «Лукойлу».